Вот сегодняшний след. Сейчас попробуем поторопить его. След в три коробка. Снега мало теперь уже. Хороший медведь. Я думал, собаки у меня проигнорировали след по дороге, проскочили дальше. А на навигатор посмотрел, они уже 500 метров как по следу ушли. Так что тянемся сзади. Собаки заработали.
Молодец, молодец, хорошо. Молодец. Молодцы, умочки. Алтай, еще иди сюда. Алтайчик. Молодец. Молодец, умочка. Молодец, хорошо. Хорошо. Молодец, Бароныч. Молодцы. Молодцы. Молодец. Вот так вот зря я сомневался в молодежи. Отработали. Такой вот мишка получился. Самец. Такой вот весенний мишка. Пытался его дернуть вперед, что-то не тащится, тяжелый. Такая вот шкурка. Попал в сердце.
Вот 308 калибр. Сердечко. Шкура неплохая. Рулетки нет у нас, такая крупная шкура. Так, вепрь короткий. 98 что ли? Честно, не помню сколько там. Так. Оп. Ну короче, 2 метра должна быть, наверное. 2 метра где-то. Денек сегодня хороший. Костер подох. Вот тут содержимое желудка, шерсть лосиная, кости. Медведя. На шее и на брюхе раны есть. Мухи уже налетели. Похоже на то, что подрался где-то, наверное, за лося. Медведь крупный, но, видимо, его еще крупнее отогнал. Вот он и пошел путешествовать.